Так, и всем привет, и также всех поздравляю с Новым годом. И сегодня мы будем играть в Pixel Gun 3D. Тут никаких особых событий сейчас не происходит. Но почему я сюда зашел? Ведь я помню, я в прошлых двух годах вроде как к Новому году тоже играл. И решил в этом году сделать так же. И буду сейчас тут играть. Давайте я напомню видео, которое у нас не полностью передумало, тормозит не под мой экран. Ну ладно. Включи Зоомазу? Как тебе такое? Давайте мы заберем награду, и я, если честно, последний раз играла там где-то на прошлых выходных, и с Рождества мы... Сколько тут рекламы? Не рекламы, а вот это. Так мы же уже спасли. Ну ладно. Так, о, давайте выиграем две бесплатных попыток. Это не бесплатно, ладно. Наборы. Ладно, это можно потом сделать. Угу. Магазин. Ладно, давайте. Можно еще один купить? Не, ну слушайте. Ну неплохо. Много всего сделали. Так, торговец. Санта Пришелес. Ага, ну понятно. И вот еще так, что я получил? Давайте перейдем к этому. В сундуке мне выпало. Вот. Мне выпала такая интересная вещь. Тут скрасить свою образную карту. И еще что мне выпало, это был не пистолет, нет. Это спец. Нет, я запутался. Нет. Мне выпало второе. Ага. Сегодня делать мы просто поиграем в разные режимы. Красивый сундук. Прощай. Ау! Стоп, а посмотрите, ну какая скидка. И кстати, тут в настройках можно отключить персонализацию рекламы. Это типа реклама. Ну как идет? Она не подстраивается под тебя. Либо это просто не показывается, но я попробовал и вам скажу. Давайте мы опробуем новую пушку, может. Давайте случайная карта. Вот такая случайная. Что нам сейчас выпадет? Я божечку могу. Это не божечка, вроде бы, если я не ошибаюсь, он сделал какой-то дракон, ведь не было же такое, что там игроки рисуют на пушке, но когда это будет... Да, окей. Что это? Ну, типа, игроки рисовали на пушке и говорили об их способностях. Пушечки не очень много. Говорили об их способностях. И
случае они выиграют. Как-то да. Как-то. Ну как-то туго у нас идет все. Давайте сменим. Это поинтереснее мы хотим взять. На месте стоял, но все равно как он так профессиональный сегодня бег. Где мои пчелы? Мои пчелы не улетели. Я там на пушечку не поставил. Либо не сломал, либо она не стреляет. Да, не сломал. Вот это что? Мне надо сейчас успеть, мне надо сейчас успеть. Мне надо сейчас увидеть с кем. Возможно, я их там съем, чтобы подойти. Ладно, нет, реклама. И при перезапуске игры, ну потому что реклама это не пропускалась. У меня что-то вышло. Так. Антивирус. Извините. Снаряжение. Не, мне выпало два, но я не помню, какие, но может втором аккаунт. Не помню. Что мне выпало? Это точно. Ну, хотя, если бы на полный список, на балабалочек, потому что...
Так был бы набран побед. Сервера или надо еще на комнату там, где попросту не начинается игра. Если да, не такой уже очень холодный бродит. Не знаю почему. Нам сейчас нужно сказать давай игрока, либо это нам тут же сервер. Думаю, вам это не нужно. Не, ну это уже вообще другой сервер, и просто он идет в бок. А, отлично! Да, он сломан, но нужно сделать полный противник, пока его не починят. Я не знаю. Тут можно брать дополнение, то есть себе, чтобы ты сам более агрессивный, разные гарды, разные силы. Вам брать именно вот это, любой запас там не сильно увеличивается, 10%. Но тут на радиус урона это уже, если у вас нужно будет 20, то это уже очень полезно. Кафе выходится, правда? Я бы вот. Вот это. Либо мы могли бы еще взять с вами мухтарин. Мухта, и да, мы с вами. Вот этих мы не любим. Дать у поезда. Так что они вот. Вот! Они его просто ломают. Вот так они вот так. Либо можно вот это сделать, она мне нужна была, но что-то не брали. Да, на броне у многих нету. У меня она выпилась. Я на охране работаю, Thank you.
но я один вот сейчас не выдерживаю. Я понимаю, нужно за мной поехать, но тут это игроки не там все. А, я наемник даже уже. А, так быстро? Да, лучше брать вот это. Можно было сделать что-то другое, но нет. Так, отлично, видео уже идет 15 минут. Извините, вот у меня на монтаж, не знаю, на полчаса не сделать, но потом я спасибо за просмотр этого видео. Обязательно будет еще новогоднее видео. И так что всем желаю хорошего нового года. И всем пока. Также скоро увидимся.